Да. Господи, Егор, с тобой все в порядке. Алина, пожалуйста, не звони мне больше. Я вернулся к Тане. Как? Ты же сама понимаешь, у нас ничего не вышло. Все, что было между нами, это ошибка. Какая ошибка? Подожди. Я что-то не понимаю. Ты серьезно? Прости меня, если сможешь. Я тебе благодарен очень. За все. За то, что ты меня выходила, спасла. Но я прошу, не надо сюда звонить. Егор, подожди, я ничего не понимаю. Не звони сюда больше. Что непонятного? Жестко. Зато доходчиво. Не пожалеешь потом? Нет. Завтрак в постели. Как же я соскучился. По мне или моему завтраку? По вам обоим. Походу, меня опять будут притеснять в этом доме. А это что за митинг с самого утра? Лёшка надолго поселился в моей комнате? Вообще-то Лёшка твой брат. И что? Надолго. Мне нужно свое пространство. Отдельное. Сколько он еще будет жить у нас? Ян, во-первых, успокойся. А во-вторых, я тебе уже объяснял, что сейчас не самое лучшее время у меня в жизни. Лёшка такой же мой ребенок, как и ты. Но он же тебе не родной. Да какая разница? Я воспитывал этого человека. Я с ним жил, обучал его чему-то. В конце концов, я люблю его. Да-да. Здравствуйте. Здрасте. Алина. Алина, подожди, подожди, я же тебя попросил. Это не самое лучшее место для выяснения отношений. Я не собираюсь с тобой ничего выяснять. Противно от мысли, что у нас вообще были с тобой какие-то отношения. Подожди, ты зачем пришла? Я к мужу. Послушайте, но мы же не можем вас держать вечно в отделении. Вы понимаете? Так а что мне делать? Вот я о чем говорю. Можно тебя? Я через две минутки. Да, я тебя слушаю. А что ты здесь делаешь? Как Лёшка? Нормально. Передай ему, пожалуйста, пусть домой возвращается. Алина, он не хочет. Если это из-за Егора, то его нет. А что случилось? А почему у нас посторонние в отделении? На каком основании? Я уже ухожу. Уходите. И постарайтесь сюда больше не возвращаться. Алин, мне надо идти. Ты поговоришь с ним? Давить я на него не буду, пускай решение примет сам. Он упрямый, ты знаешь. Алин, ты не чувствуешь, что ему нужно время, чтобы доверять тебе? Нет? Я соскучилась. Передай ему, пожалуйста. Добрая ты, Настя. Очень добрая девочка. Настя. Здрасте. Здрасте. Это правда? Ты о чем? Ну что ты забираешь этого ненормального? Правда, а что? Ты с ума сошла? Зачем тебе это? А тебе какое дело? Настя, послушай. Ты меня, конечно, извини, но, по-моему, это дурость. Ты молодая, красивая, свободная. Зачем тебе хомут на шее? Свободная? От чего? От ответственности, от любви, да? Топурия, мне такая свобода не нужна. Если ты не заметил, я хочу нормальную семью. Угу. Детей, мужа, дом, собаку. А ты продолжай, прыгай из койки в койку дальше. Ты меня искала? Да. Я подписала приказ о твоем восстановлении в должности заведующего хирургическим отделением. Как это? Ну, а что тебя так удивляет?
Чувствуешь ты себя нормально, и я считаю, вполне можешь вернуться к своим прежним обязанностям. А как же Лукашов? А что Лукашов? Лукашов тоже вернется к своим прежним обязанностям. Если, конечно, ты не против. Я не против, просто как-то... Тогда иди и сообщи своим коллегам эту радостную новость. Я? Послушай, Егор, ну что ты как маленький? Ты заведующий хирургией, и твои подчиненные должны об этом знать. Нет, ну Акотов везунчик все-таки. Восстановиться после такой аварии. Еще и в должности восстановят, вот увидите. Да какой он везунчик? Просто халуй, предатель, и все. Ребят, может, о работе будем разговаривать, а? Коллеги, я хотел бы сделать объявление. С сегодняшнего дня я снова исполняю обязанности заведующего хирургическим отделением. Позвольте, а как же доктор Лукашов? Доктор Лукашов, как и раньше, будет оперирующим хирургом. Поздравляю вас, Егор Львович. Спасибо. А теперь, коллеги, за работу. Хорошего всем дня. Ну, Гринёв, во крыса, а? Вот тут я и живу. Своя хата? Мы снимаем. А это чё, как в селе? От мух отмахиваться или для прикола? Страумно. А родители дома? А я с отцом живу, он на работе постоянно. Но если сегодня вечером пораньше придет, то я вас познакомлю. Хм, познакомишь? А не рановато ли? Не рановато. А ты еще что тут делаешь? А, так ты брат, значит. Отцы у нас разные, матери тем более. Это ничего не меняет. Янка, слушай, может, ты там чай намутишь, что все? А, да, окей. Да чё ты, расслабься. Дружить будем, все окей. Слышь, это такое дело. Мне с твоей сестрой поговорить надо. Ну, наедине. Сгоняй в магаз, возьми там себе лимонада, чипсов. Ты понял? Я никуда не пойду. Слышь, ты да что, офигел? Ты на кого руку поднимаешь? Я тебе последний раз говорил, свали отсюда. И чтобы 2 часа, тобой здесь даже и не пахло. Ты понял? Тихо. Пшу отсюда. Янка, что там по чаю? Да все, чай готов. Отлично. О, а где мелкий? Мелкий? Мелкий погулять пошел. Знаешь, борзый такой стал. Зато теперь мы с тобой совсем одни. Да. Что это? А это заявление по собственному желанию. Понятно. Надоела как-то кадровая текучка. Хорошее настроение назначаете, плохое снимаете. Я все понимаю, но вы же могли как-то объяснить коллективу. Гордость, значит, ваше задело. Я не хочу здесь больше работать. Тем более под руководством вашего мужа. Ну что ж, это ваше право. Правда, по законодательству вы обязаны отработать еще 2 недели. У нас врачей катастрофически не хватает. Я вас понимаю. Закон знает, 2 недели отработаю. Сыну отвечу. Да, Лёшечка, слушаю. Пап, Яна тут одного парня стрёмного привела, он с ней. И он меня выгнал. Приезжай быстрее. Так, Лёш, будь около дома, никуда не уходи. Ты меня понял? Я уже позвонила в Минздрав. Племяннику. А там быстро разберутся с этим дилетантизмом. Вы, главное, не нервничайте. В вашем состоянии это грозит обострением. Вот вам я верю. Ни лечащему врачу, ни заведующему. Вот вы мне сразу поставили диагноз, а они? У вас стенокардия, у вас сердце. А я-то знаю свою наследственность. У моей сестры холецистит, у моей тети был холецистит. Генетика. Смотрите, это название капель. Угу. Вы их неделю пропьете, и вам будет легче. Ага. Берите. Спасибо, голубушка. О, добрый вечер, Алена Савельевна. Здравствуйте. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. У меня очень хорошие новости. Мы берем вас в наше отделение врачом. Правда?
Ну да, вы же буквально за 5 минут первичного осмотра смогли поставить точно диагноз. Да. Причем без всяких исследований. Ваша правда, это был приступ острого холецистита. Открытие. Ну что молчите, Алиночка? Будете у нас работать? Конечно, буду. Спасибо. Отлично. Можете приложить ваш опыт и умения на более подходящей должности. Займетесь персонально здоровьем Алены Савельевны. Вам, кстати, привет большой от Акима Елисеевича. Спасибо. Давай, заберу. Ну что, не будем терять время? Тебе как нравится. Ты чё, крыша вообще поехала? Крыша поехала. Ты меня с отцом знакомить хочешь, а мы даже не целовались. Вали, давать! Да вали, не вали, я сам разберусь. Отстань от меня! Прыгаешься? Мне это даже и нравится. Тихо, тебе тоже понравится. Тоже мне не дотрогай. И она! А ну, убери руки! Ты что? Спокойно. Все в порядке? Извинись перед ней. Да пошел ты! Хорошая идея. Идем, я тебе кое-что объясню. Он тебе скажет, моей сестре! Ты как? Нормально? Как-то мы с тобой даже искренне не разговаривали с тех пор, как стали общаться. Хотя, может, ты злишься на меня? Ничего я не злюсь. Когда твоя мама запретила нам с тобой общаться, мне не нужно было ее слушать. Надо было ездить к тебе, навещать. Куда? За 300 километров? Да какая разница куда? Хоть за 3000. Я сдался сам, понимаешь? Просто испугался. Поэтому и не знал, как ты живешь, с кем. Как в армии. За любое нарушение штраф или наказание. Отбой, подъем строго по команде. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Это мама? Отчим. Маме просто было все равно. Она только и думала, чтобы удержать его, пока он по бабам шляется. А меня все время пыталась сбагрить то на пятидневку в саду, то на продленку в школе. Я тебя понимаю. Они хоть не били тебя? Тихо, тихо. Может, мы начнем как-то заново? Ты, Лёшка, я. Втроём начнем жизнь с чистого листа, как говорят. Алёшка, он классный. Я же думала, что он трус, а он не трус. Ты с чего так взяла? Конечно, не трус. Ты прости меня за то, что я не ездил к вам все это время. Не навещал тебя. Это ты меня прости за все мои выходки. На твоем месте я бы не так еще поступал. Ну чего, хватит плакать уже. Мир. Здоров, стукачок. Как сам? Я не стукач. А кто папочке вчера позвонил? А кто вчера к Янке приставал? Да что с ним разговаривать? Давайте двинем разок, да и все. Давай, двинь. Думаешь, я испугаюсь? Думаешь, дачи не там, да? А ну руки от брата убрали, а то следующий полетит кому-то в голову, я кидаю метку. Это что, группа поддержки? Положи на землю! Ай! Беги! Бабиянку я мало! Стоять! Давай, давай, закрывай дверь! Все, давай! Черт! Не закрывайте! Ага, сейчас! Мы тебе все равно в школе поймаем! А круто ты камнями бросаешься. Глаз алмаз. Спасибо. Я с детства научилась. Когда из дома убегала, по гаражам отсиживалась и бутылки камнями сбивала, натренировалась. Понятно. И часто ты убегала? Каждую неделю.
когда отчим доставал. А я первый раз от мамы. Повезло. Тебе хорошие родители достались. Не всем такие попадаются. Ну, чтобы любили и все. Подожди, такое. А тебя что, вообще не любили даже на день рождения? Ну, зато теперь все наоборот. Папа тебя сильно любит, а меня нет. Чего ты взял? Дурак ты, Лёшка. Вот сколько нам тут проторчать придется, это, конечно, вопрос. Недолго, потому что я знаю еще один выход. Пойдем. Знаешь, я теперь каждый день выуживаю из памяти какие-то новые, необычные факты. Ну вот про цвета, например. Вот какого цвета небо? Голубого. Бристольско-голубого. То есть ярко-голубой, понимаешь? А вот тот дом? Коричневый. Камелопардовый. То есть желто-коричневый. Ничего себе, как ты это запоминаешь? Ну, я ведь не запоминаю, я вспоминаю. Знаешь, а вот цвет твоего лица в 18 веке назвали бы алебастровым. Алебастровым? Да. Губы альмадиновыми, а брови обсидановыми. Настя, я ведь тебя вытащил на эту прогулку не для того, чтобы облака рассматривать. Про цвета рассказывать. Я уже начинаю волноваться. Настя. Выходи за меня замуж. Ты только не думай, это не сиюминутное решение. Я уже больше 2 недель об этом думаю. Просто я хочу, чтобы ты была рядом. Всегда. Привет всем. Привет. Здравствуйте. Лёшка. Я чай пойду поставлю. Не надо, я на минутку. Ну, как ты тут? Хорошо. Мальчик мой. Лёшка, я хочу тебе сказать, Егор ушел. Его нет, он... не живет с нами. Поэтому, если ты захочешь вернуться... А мне и здесь хорошо. Да, это я понимаю. Ты просто знаешь, что я тебя очень жду. Мне пора идти домашку делать. Вы не расстраивайтесь особо. Он вернется, я вам точно говорю. Алин, просто какое-то время ему дай, и все будет в порядке. Да, нам всем надо время. А давайте чай пить. Угу. Пап, ну давай, накрывай на стол. Давай, давай. Я знаю, у нас пирожки есть с яблоками. Проходите, давайте. Давайте сумочку. А мы с Лёшкой пойдем на Луну посмотрим. Вы что, из окна не могли посмотреть, что ли? С горки виднее. Не, ну я понимаю, что с горки виднее, но это же оптика. Поцарапается, песок попадет, и ладно. Все. Не понимаешь, так объясняю прямым текстом. Родителей нужно было оставить наедине. Зачем? Затем, чтобы они помирились, чтобы мы снова стали жить вместе. Ты же хочешь, чтобы все было как раньше? Не, ну хочу, но я думаю, они так быстро не помирятся. Ну, если честно, я тоже так думаю. Но у меня на этот счет есть запасной вариант. А какой? Но если они сами не помирятся, то тогда нам придется с тобой их помирить. А как? Как? Вот сейчас сядем и будем придумывать, как. А я думал, мы на Луну идем смотреть. Телега ты. Я прощения у тебя хочу попросить. За что? За многое. Прости меня.
что так в попыхах выскочила за тебя замуж. Не стоит. Ты же знаешь, что было обоюдное решение. Лукашов, ты же понимаешь, что мы оба... Тебя жена бросила, меня Егор. Каждому хотелось тепла и любви. Ты помнишь нашу встречу? В баре помню. Я уже тогда беременна была. Соврала? Нет. Я не знала тогда. Не сказала, да. А потом... У нас семья уже была, и не страшно было сказать тебе об этом, чтобы разрушить все. Хотя по факту, да, ты прав. Я соврала, прости меня. Алина, это бессмысленно все. Ты говоришь «прости», я тебе отвечаю «прощаю». Но это все ничего не меняет, все эти разговоры. Неплохо без тебя. Мне тоже не очень комфортно. Ну, а что делать? А что надо сделать, чтобы все изменилось? Мне надо время. Лёшке надо время. Понимаешь? Дети пришли. Это шутка, что ли? И что случилось? Я соскучилась по дочери. По дочери? Можно? Ничего себе у тебя чемодан. Зачем он тебе? А как ты узнала, что мы здесь живем? Ну, вас на месте не оказалось. Я заскочила к тебе на работу. В отделе кадров мне сообщили твой адрес. И потом знать, где живет дочь, законное право матери. Ну что ж, я не против. Право так право. Но дело в том, что Яна и Лешка ушли гулять. Ну хорошо, я подожду. Ты знаешь, времени у меня много. Добрый вечер. Добрый. Это Вика, если ты помнишь. Так а когда обратно-то? Никогда. Я развелась со своим мужем. Ах, вот оно что. И где ты будешь жить? Пока не знаю, но с дочерью. Сереж, я, наверное, пойду. Какая отличная мысль. Вас вообще нельзя подпускать к детям. В смысле? Вы можете плохому их научить. Например, как обманывать своего мужа, подсовывая ему чужого ребенка. Вика, стоп, стоп, стоп. Откуда вообще эта информация? Кто тебе, Яна сказала? Яна, не Яна, суть в другом. В том, что пока Сергей бросал все свои силы на воспитание, как он думал, своего ребенка, его родная дочь осталась без отцовского внимания. Ты, пожалуйста, передай детям. До свидания от меня. Яна не имеет к вам никакого отношения. Это ясно? Предельно ясно. А ты заранее не могла мне об этом сообщить? Никак? Ну а где ты прикажешь мне жить? Мне что, возвращаться в этот свой... Ну уж извини. Послушай, я не знаю. Пускай этим занимается твой муж. Ну, я развелась с мужем. Я не могу вернуться к нему в квартиру. Ну, я-то здесь при чем? У тебя вообще все абсолютно нормально. Ты вкатываешься ко мне в квартиру без звонка и предупреждения. Начинаешь со мной эти разговоры, вмешиваешься в мою жизнь. Хамишь моей жене. Бывшей жене, которая поступила с тобой по-свински. Виктория, может быть, вам напомнить, как вы поступили со мной? Папа! Лешка к Алине поехал. Слава Богу. Мама, ты приехала? А что, он все-таки тебя выгнал и привел ту молоденькую? Дочь, я так соскучилась по тебе. Ты же сказала, что ты его выгнала. Да какая разница, кто кого выгнал? Это уже в прошлом. Я собираюсь жить в будущем вместе с Яной. А ты меня спросила? Вообще-то Яна живет здесь, вместе со мной.
Ну, я тогда буду жить вместе с Яной здесь. Можно? Нам тут и так тесно. Окей. Я пойду на улицу, на вокзал, к бомжам. Можно? Вик, давай поступим таким образом. Ты можешь остаться здесь. Пап! Ну что, папа, ну я же не твоя мама, я же не могу ее выгнать на улицу. Ненадолго. Но если ты считаешь, что ненадолго это навсегда, ты очень ошибаешься. Вот и замечательно. Я как раз вкусненького привезла, а там что-то. Яночка, поставь чайник. Привет, мам. А я к тебе насовсем с телескопом. Лёшка. У тебя есть что-нибудь вкусненькое? Ты проголодался. А если накормишь меня, я тебе на Луну дам посмотреть. Даже в телескоп дашь посмотреть? Да, только с моих рук. Мальчик мой, мы хорошие. Идем, что-нибудь приготовим. Пойдем. Ты не спишь? Сплю. Я не понимаю, почему ты так поступаешь? Как я поступаю? Ты тяжело работаешь. Пашешь целыми сутками. Тратишь последние копейки на эту съемную квартиру. Ты полное право имеешь на половину жилплощади. Вик, мне кажется, что это тебя совсем не касается. Но это касается нашей дочери. У девочки должна быть своя комната. Почему она должна мыкаться по съемным квартирам, как цыганка? Послушай, Вика, у Яны есть своя комната. Только сегодня в нее въехала ты. И чем быстрее ты найдешь себе работу и, как следствие, жилье, тем легче и комфортнее будет нашей дочери. По-моему, все так. Привет. Итак, приступаем к разработке плана по примирению родителей. Угу. Значит, смотри. Я убегаю от П, то есть от папы. Угу. Ты убегаешь от М, то есть от мамы. То есть мы убегаем вместе. Ну да, мы оставляем им сообщение, типа, прощайте, мы убежали. Угу. После чего папа обязательно позвонит маме. Или мама позвонит папе. Ну да, они бросятся нас искать и в процессе поисков обязательно помирятся. А если нет? Ну, значит, сядем и будем думать дальше. Знаю я одно место. Там можно пару дней перекантоваться. Надежное? Возле папиной больницы, там чердак заброшен. Но вход только через крышу. Не испугаешься? Еще чу. Значит, приступаем. Значит, приступаем. Вы одевайтесь за ширмой. Послушайте, я недоволен тем, как вы соблюдаете правила внутреннего распорядка. Когда хотите, вы берете выходные, когда хотите, вы опаздываете. Выходные мне разрешила взять ваша супруга. А за последние 2 года я опоздал всего 1 раз. Вы можете оправдываться сколько вам угодно, но факт остается фактом. Я вынужден сделать вам взыскание. Вы, если хотите, можете меня даже уволить. А почему вы разговариваете со мной в таком тоне? В каком? В ироничном. Что, опять срочные дела? Жене надо позвонить. Бывшей жене. А вас не смущает, что мы еще не договорили? Моя семейная жизнь намного важнее наших с вами бессмысленных разговоров. Иронию нашу. Сергей Александрович, ваша подпись здесь нужна. Да, секундочку. Алин, да. Ты знаешь уже? Да, я только что прочитала сообщение от Лёшки. Что не задумали?
Что они задумали? В сообщении написано ясно. Побег с целью примирения. Как думаешь, долго нам придется тут просидеть? Нет, два. Не меньше. Чего ты так уверен? Я просто знаю своих родителей. Они любят друг друга. Просто капризничают и обижаются. Ой, что ты там знаешь о любви? Может, и не знаю, но я наблюдательный. Терпеть не могу высоту. У меня уже руки болят. А там не сложно, там главное на чердак залезть. Окно уже открыто. Фух. Сережа. Да, я здесь. Слушай, я со всеми разговаривал, никто их не видел, и в больнице их тоже нет. Что делать будем? Что делать, что делать? Будем в полицию звонить, давай. Там твой малой на крышу полез. Где? Вот на соседний дом. Быстрее. Леш, там хоть точно открыто? Ну, по-моему, да. Лешка, Леша, тихо. Спускайся немедленно. Родители, что делать теперь будем? Леша, не смотри вниз. Спускайся, я кому сказала. Прекрати, ты мешаешь. Придется спускаться. Не могу, у меня уже руки болят. Давай наверх. Сделай что-нибудь, я тебя очень прошу. Ладно, давай наверх. 10 минут переждем, а потом назад. Леша! Леша! Быстро носилки! Тихо, 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 он живой. Пап, мы не думали, что все так получится. Тише, маленький, все будет хорошо. Боже мой, что здесь? Держись. Что случилось? Травма грудной клетки. Возможно, переломанные ребра. У него внутреннее кровотечение и дыхательное недостаточно. Лешка! Давление упало. Настя, быстро! Вызывайте скорую! Его надо срочно перевезти в детскую больницу. Какая скорая? Его нельзя здесь оперировать. Нужно специальное оборудование и детский анестезиолог. Егор, у него пневмоторакс. Алина, его нельзя здесь оперировать. Это слишком опасно. При своем уме мы просто не довезем его. Он задохнется. Оперировать буду я. Я не разрешаю. Это мой сын. Мне отвечать. Формально Егор прав. Формально? Это мой ребенок. Формально? Тихо, тихо, тихо. Значит так, Сергей. Операция под полную вашу ответственность. Я своего разрешения дать не могу, но и препятствовать тоже не стану. Если что-то случится, это и станет причиной вашего увольнения. Вас понял. У нас есть 10 минут, будем оперировать. Все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо. Что ты делаешь? Но если ты не можешь взять ответственность за своего ребенка, то Сережа сможет. Куда? Слышишь, туда нельзя, слышишь? За эту Бирову. Дренирова. Есть повреждение кровотока, возможно, необратимая ишемия. Серега, рискуем. В детскую надо вести. Отделяю ребро от легочной ткани. Артерия, зажим быстро. Пульс резко падает, мало времени. Да, да, вижу. Сейчас все будет хорошо. Рита, Сергей. Я стараюсь. Травматический шок, остановка сердца. Дефибриллятор, быстро. Только не волнуйся. Не смей. Да пойми ты, я не мог поступить иначе. Не смей, говорю. Ни к моему сыну, ни ко мне не приближайся. Лёшка и мой сын тоже. Да, вовремя ты вспомнил. Алина, я прошу тебя, ты... У него есть отец. Сердцебиение в норме. Температура тела тоже. Дыхание стабильное. По моим расчетам, скоро он должен проснуться. Угу. Обезболивающее готово.
Давай, просыпаемся, Лёшка. Просыпаемся. Привет. Все хорошо, ты в больнице, родители тоже. Будет немножко болеть голова и тошнить, это нормально после наркоза. Настя тебе сделает укольчик, и все пройдет, понял? Привет. Отлично. Все будет хорошо. Настя, ты меня прости вообще. Ну, в общем, за все. И ты меня. Мне жаль, правда, очень. Ты мне нравилась, а я все думал, что стоит только жениться, и сразу жизнь пройдет. Столько девчонок красивых кругом. А нельзя, понимаешь? Понимаю. Короче, дурак я был. Тетя Люся правильно говорит, пустил я тебя. Но что было, то прошло. Мне было весело с тобой, правда. Просто, понимаешь, если бы мы с тобой не расстались, я бы не встретила свою настоящую любовь. Ну да. Мир. Мир. Будь счастлива, Настя. Я слабак, Тань. Я тряпка. Трус. Егор, перестань себя истязать. Я не смог прооперировать своего собственного сына, Таня. Ты это понимаешь? Да понимаю. Ничего ты не понимаешь. У тебя чувств нет. Что? Скажи, зачем я тебе нужен, когда Маша не животное, как растение? Скажи, зачем, Таня? Егор, хватит пить. Ответь на вопрос. Почему ты это делаешь? Почему я забочусь о тебе? Егор, а неужели это непонятно? Да потому что я тебя люблю. Но ведь я тебя нет. Я никогда тебя не любил. Ты же это знаешь. И всегда знала. Знала. Ну почему ты? Почему ты вцепилась в меня мертвой хваткой? Да потому что, кроме меня, ты никому не нужен. Ты чего? Да ты устал. Я плечи помну тебя. Да, я пойду лучше спать. Да ты не волнуйся, я немножко. Ты же знаешь, я умею. Давно я уже? Не знаю. Давай я все-таки лягу, потому что устал. Я хочу с тобой. Вика. Послушай. Вик, я хочу, чтобы ты уехала. Куда? На улицу? Ну почему сразу на улицу? У тебя есть мама. Ну, во-вторых, ты же взрослый человек. Ты уже должна как-то сама организовывать свою жизнь. Хорошо, я уеду. Но только твоя любимая дочь поедет вместе со мной. Сначала на вокзал, а потом на улицу, просто к бомжам. Вик. Яна! Одевайся, мы уезжаем. Куда? Твой отец нас выгоняет. Тебя выгоняет, ты хотела сказать. Вот и уезжай, а я остаюсь здесь. Что ты сказала?
Я останусь с папой. Подожди, а как же? Я же твоя мама. Мы же семья. У нас была семья. Ты, папа и я. Но тебе же всего этого было мало. Ты же захотела денег, роскоши. Ты их получила. Будь счастлива. Хватит решать все за меня. Я уже взрослая. Тихо, тихо. И сама могу решить, с кем мне жить. Я остаюсь с папой. Ну что, готов выписываться? Надоела больничная еда. Угу. Я дома столько всего вкусненького приготовила. Слушай, мам, а почему папа не пришел? Не знаю, наверное, дела какие-то у него важные. Может, не получилось. А сколько раз ко мне приходили навещать? Все время по одному. Ни разу не встретились. Это что, выходит, у нас с Янкой ничего не получилось? Лёшка, у тебя есть я, да? Папа есть. Сестра еще есть. Ну, а мы... Привет. Ты что здесь делаешь? Лёшку... Сегодня выписывают из больницы. Я пришел проводить. Ну, как настроение? Боевое? Нормальное. Ну, вот и отлично. Сейчас поправишься. Пойдем с тобой в парк, в тире постреляем. Или в кино. Пойдешь? Не знаю. Ну ладно. Ближе к делу разберемся. Сынок. Ты не забывай меня. Ладно? Чего на моем месте запарковалась? Я еле втиснулся. Что такое? Что случилось? Егор, я беременна. Слышишь? У меня наконец будет ребенок. У нас с тобой будет ребенок. Не понял. В смысле? Ты уверена? Уверена. Я сделала уже 3 теста. И потом, понимаешь, я это чувствую. Я точно знаю. Я знаю, Даня, и понимаю, что муж тебе уже по боку. Ты о чем? Ну, о чем? Ты знаешь, что такое ребенок маленький? Ты понимаешь, что это такое? Это пеленки, это подгузники, это ночи бессонные. 5-е, 10-е. Ты на меня посмотри. Я еще не восстановился после операции. Но о каком ребенке может речь идти? Егор, я тебя не понимаю. Ты что, не рад, что ли? Я рад, Таня. Только мне кажется, это сейчас как-то не вовремя. Если ты забеременела, то сможешь забеременеть другой раз. Какой другой? В следующий, Тань. А с этим мне что делать? После всех неудачных попыток ты мне предлагаешь сделать аборт? Таня, что ж, сама врач, ты сама все понимаешь. Так, все, Егор, я поняла, не продолжай. Таня, подожди. Давай мы с тобой будем мыслить логически, не эмоционально. Ты же забеременела. И значит, организм восстановился. Значит, сможешь забеременеть еще раз, но... Другой раз, когда нам с тобой будет удобно. Пойми, но сейчас все это не вовремя. Ты не можешь бросить работу.
Я не справляюсь. Ты видела, как они ко мне относятся? Уходи. В смысле? Ты серьезно? Одна не боишься остаться? Егор, а я теперь не одна. У меня ребенок будет. А тебя, по сути, у меня никогда и не было. Даже когда ты рядом был, все равно оставался чужим. Я это знала, чувствовала. Просто закрывала глаза. Таня, я сейчас уйду вот в эту дверь. И ты можешь меня больше никогда не увидеть. Ты это понимаешь? Знаешь, а я тебя сейчас именно об этом и прошу. Ты сейчас уходи и больше никогда сюда не возвращайся. Что такое? Папа, может, вы передумаете? Ну, пап. Друзья мои, мы с мамой сейчас получим документы, а вы здесь пока подождите. Лукашев. Вон они. Разводиться будем? Да, надоел ты мне. А ты мне? Хоть спать буду спокойно. Точно. Ну что, обнимемся на прощание? Обязательно. Значит, не сработал наш план. Угу, не сработал. Ты чего радуешься-то так? Тебя веселит, что мы не сумели их помирить? Мы не сумели. Кажется, они сами помирились. Чего ты взял? Так, стоп, а где дети? Ну, пошли на площадку. Помирились! О! Что, развод отменяется? Вы где были, а? Это что, нам теперь не надо из дома убегать? Очень и что, мы теперь больше не будем лазить по крышам? Какие крыши? А ну-ка домой! Побежали! Стой! А я...